Культура и туризм в нашем округе развиваются семимильными шагами, говорит глава муниципалитета Андрей Иванов. Большое внимание уделяется преобразованию библиотек. Одной из первых в этот губернаторский проект попала библиотека номер один. Сегодня ее не узнать. Это теперь не просто библиотека, а настоящий многофункциональный центр культуры, досуга. Мы здесь проводим общение, скорее всего. Мы здесь проводим большое количество мероприятий. Вот активное долголетие здесь также появилось. Это уже не та библиотека, о которой мы говорили и знали еще там несколько лет назад. Теперь это полноценный современный культурный центр. На территории Одинцовского округа расположено 46 муниципальных библиотек, в которых созданы кружки, секции и студии по интересам для жителей разного возраста. Работа не прекращалась даже в пандемию. Хотел вам за это в первую очередь сказать особые слова благодарности и признательности, что вы, несмотря на все ограничения и закрытия, смогли в онлайн-формате дальше продолжить занятия с вашими воспитанниками, нашими детьми, и так позаботились о нашем подрастающем поколении, позаботились о таком творческом развитии и помогли им и дальше развивать свои таланты. В библиотеке номер один глава округа вручил грамоты и благодарственные письма работникам культуры. А сладкий подарок стал приятным праздничным сюрпризом. За чашкой чая участники встречи подвели итоги непростого 2020 года и обсудили планы на будущее. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».